бешеный нрав и дурные манеры. Ее называли кровавая Мэри. Я говорил ей неоднократно, вместо МК читай лучше Канта. Не отвечай на глупый вопрос, не вдыхай дым чужих папирос. Не выходи без одежды из дома, не спи с кем попало без кондома. И никогда не виси с той стороны балкона, а не то отправишься совсем молодой в убежище заблудших девочек, в убежище глупых девочек, в котором кормят трезвых мальчиков, поют под мою дудочку. Быстрым ручьем вытекло время, стало ненужным бренное тело. Она оглянулась и сказала однажды: кто хотел пить, умер от жажды. У парадного входа в последний отель некто одетый, как метродотель, готовит для умного и дурака смесь поэзии и коньяка. Но ты никогда не пей этот коктейль до дна, а не то отправишься совсем молодой в убежище заблудших девочек, в убежище глупых девочек, в котором хор нетрезвых мальчиков поет под